Всем привет, с вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком, и сегодня мы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Harper, которая не представляет разных покупателей стильными и недорогими девайсами. Встречайте, перед вами беспроводные стереонаушники со встроенным микрофоном, модель HP508. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет на нашем сайте Мегаобзор.ком, текстовой части обзора. Устройство поставляется в стерилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном решении. Комплект поставки включает в себя следующее: док-станция, наушники, USB-кабель для зарядки док-станции, кабель для зарядки наушников и документацию. Harper HP508 получил под свое управление стильный дизайн, который сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус наушников и док-станции выполнен из прочного пластика в белом цвете. Качество материалов и сборки у нас никаких нареканий не появилось. Спереди док-станции расположена функциональная кнопка для включения зарядки наушников и индикатор состояния аккумулятора. На противоположной стороне можно увидеть разъем microUSB для зарядки док-станции. Мощность аккумулятора составляет 400 мАч, чего вполне хватает, чтобы несколько раз зарядить каждый из наушников. Емкость аккумулятора одного наушника составляет 40 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 2-3 часа непрерывного прослушивания, в зависимости от уровня громкости. Помимо зарядки наушников, док-станцию можно использовать в качестве кофра для переноски и хранения. На каждом наушнике установлена функциональная кнопка управления для включения устройства. Под ней находится светодиодный индикатор состояния работы. Для удобства пользователя каждый наушник получил обозначение сторон – левая и правая. Форма наушника дает возможность надежно зафиксироваться устройство в ушной раковине и не спадать даже при занятии спортом. Главной особенностью Harper HP508 является то, что здесь отсутствуют какие-либо провода, а скоростной протокол Bluetooth 5.0 позволил получить максимальную дальность связи не только со смартфоном, но и между наушниками. Разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал нас отчетливо и без всяких помех. Следует отметить, что при приеме телефонного звонка наушники будут работать в монорежиме. Harper HP508 отлично подойдет для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Качество звука хорошее. Средние и высокие частоты сбалансированы и позволяют действительно наслаждаться музыкальными композициями. Низких частот хватает, чтобы прочувствовать приятный бас. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы найти для себя комфортный уровень для прослушивания. Неплохая шумоизоляция дает возможность не отвлекаться на посторонние шумы. Подводя итоги по беспроводным наушникам Harper HP508, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы не только общаться по телефону, но и для прослушивания музыкальных композиций. Устройство легко переносить с собой в любое удобное для вас место. Вам не придется переживать из-за запутавшихся проводов, ведь здесь их нет вовсе. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественный материал и сборка, мощный аккумулятор, кейс для зарядки и переноски, отличный функционал и, конечно же, привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. С вами был интернет-ресурс Мегаобзор.ком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.